На конкурс дети читают стихи Шуленина Елена, 13 лет. Архангельская область, город Котлас, средняя общеобразовательная школа номер 91. Ольга Смирнова. Посвящается моему любимому городу. У архангельской мамы губернии в прошлом веке, в начале него, появился сынишка маленький. Город Котлас назвали его. Несмотря на годину суровую, интервенцию, голод, войну, мальчик южный, лесистый и крепкий, быстро рос, обнимая двину. Город выстоял в пору военную, гордый юноша, сильный, родной, протянулся по правому берегу между Вычегдой и Двиной. 50-е, послевоенные, школы, скверы, парк городской, Котлас строится, в счастье веруя, поднимается над Двиной. 80-е, шумные, дерзкие, город-офис, коттеджи строй, а 2000-й и раскинулся мост над Северную Двиной. Год за годом летит и шествуя, силой, мощью, с мечтою одной, пусть мой город растет и высится над красавицею Двиной.